супер милый? Я супер милый. Привет, зритель. После того, как подписчик Сергей подарил мне чудесный крем для рук, ногтей, локтей и тому подобного, который уже был в пустых баночках от русской фирмы Botavicus. Оказывается, все-таки правильно Botavicus. Я решила познакомиться с Botavicus чуть поближе, а пока ждала сегодня курьера, который почему-то внезапно уехал в Воронеж из Москвы вместо Углича, то вдруг внезапно вспомнила, да еще полазала по сети, что эта фирма не только косметическая, но еще эфирные масла делают, и я когда-то давно покупала эти эфирные масла, и по качеству они были наравне с моими любимыми маслами от фирмы Натуральные масла, те, что я покупаю обычно в аптеке. Так вот, у нас тут коробочка. Botavicus. Skincare и ароматерапия. Та-дам! Хоть я тут и приготовила еще ножичек, но я думала, мне тут не пригодится. Я сейчас сама его вскрою без ножичка. Или не вскрою. Эй. Коробочка, а как тебя вскрыть? Я же такой спец по открыванию коробочек. Я могу ведь не вскрыть. Я тут с планшетика управляю. Чтобы не поворачивать лицо куда-то туда. Чтобы не выводить тебя в смущение, зритель, почему Лёля не смотрит в камеру, а смотрит куда-то туда. Я планшетик поставлю. Вау! Сюда. Обалдеть. Так вот, зритель, если ты любишь российскую косметику, либо в поисках чего-то такого, например, российской косметики, и при этом веган, то оно для тебя подойдет. А если ты еще и ищешь то, что не тестируется на животных, эко-косметика, то это тоже эко-косметика. Помимо того, что она подходит для веганов, она еще и эко-косметика. Я еще этот значок заметила, когда у меня был волшебный тюбичек с кремиком, который мне подписчик дарил. Слушай, я так долго ждала этого курьера, который уехал в Воронеж из Москвы вместо Углича, что я уже забыла, что я тут... Что я жду-то? Botavicus. Нежный очищающий мусс для чувствительной кожи лица. Первый шаг для макияжа и очищения. Деликатно снимает макияж и мягко очищается от загрязнений, питает, увлажняет и успокаивает кожу, восстанавливает липидный слой кожи. Активные компоненты: экстракт арники, цветочная вода, гамма мелиса, растительное масло, орган и льна ши. Да, и вот тут 98,8% натуральных ингредиентов. Ну и значочек. Не тестируется на животных и подходит для веганов. Вот, буду с удовольствием ей пользоваться, а потом спустя недели 2-3 скажу тебе свое мнение. Возможно, полноценным таким роликом, что вот, смотри, зрители, это все на себе протестила. И делюсь с тобой своим мнением. А возможно, на каждый ролик, точнее, на каждое средство отдельный ролик. Возможно, даже в шортс это сделаю. Ну и что? Моя кожа... Как в деревню я приехала, снова стала не идеальной. Я только подлечила прыщички от Swiss Image. Как у меня тут что-то еще другое пошло. Сегодня утром я встала. У меня такая сухая кожа, вообще была жуть. Так вот, моя кожа хоть и смешанного типа зона Т там, но по большей части она все-таки сухая. И вообще она капризная, эта кожа. Способ применения: наносите небольшое количество мусса на влажную кожу лица и шеи, помассируйте 1 минуту, сбегая зоны вокруг глаз, смойте теплой водой, используйте утром и вечером. Вот сегодня вечером мы используем. Сроком она до августа 2025 года. После вскрытия живет 12 месяцев, тут целых 150 миллилитров. О, прикольно. Мне нравятся вот такие дозаторы. Хочется его дозануть, но я в комнате, а ванна там. Коробочка. Восстанавливающая питательная сыворотка для чувствительной кожи. Шаг номер 3. Это у нас что было? Шаг номер 1. Так вот, зритель, ты, наверное, заметила, я что-то пошла по сывороткам в этом году. Мне сначала привет, Полина.
Этот фон специально для тебя. Подарила Полина сыворотку от Новосвит. Я ее все еще пользую. Даже буквально вчера использовала. Потом что-то я познакомилась с Лолив Косметик, которая тоже внезапно русская. Потом мне Лолив Косметик за участие в их конкурсе прислали еще сыворотку. Потом у меня случилась еще перед этим сыворотка от другой русской косметики Веления, которой я пользуюсь. И сейчас вот еще одна косметика, еще одна сыворотка от тоже русской косметики Ботавикос. Я считаю, что надо поддерживать российского производителя. А, восстанавливающая питательная сыворотка для чувствительной кожи базилик и лемонграсс. По-моему, вот такие флакончики, они такие классические для сывороток. Возможно, у меня еще какие-то были сыворотки, которые вы мне дарили, дорогие зрители. Я просто не помню, но вы можете написать мне в комментах. Лёля, ты такая беспамятная, я тебе вот что-то такое дарила. Оно вот тут щелчком открывается. Ух ты, обалдеть. Удобная пипеточка. Я, кстати, на все это оставлю свои отзывы на Арике, так что если вы вдруг посещаете мой аккаунт на Арикомен, то можете зайти потом и ознакомиться. И вам хорошо, и мне приятно. Даже если у вас есть аккаунт на Арикоменде, или вы, допустим, там пишите отзывы, либо просто комментируйте, можете там написать мне в комментах: «Привет, Лёля, мы тебя смотрели, а теперь мы тебя читаем». Вот. Вся основная информация у нас на коробочке. Кстати, такая вот экологичная коробочка. Мне вот упаковка у них как-то понравилась. Так, 12 месяцев после вскрытия, 30 миллилитров. Идеальное средство для чувствительной кожи. Я все время думала, что она у меня жирная плюс сухая, но вот она как-то, она реально чувствительная. Только думаешь, что вроде тут все сухо, а тут какой-нибудь жирный привязал, доскочил. Или наоборот. Не поспишь пару ночей нормально, и вот тебе лоб сушеный. Восстанавливает защитные функции кожи, устраняет воспаление и раздражение, интенсивно питает и укрепляет, обогащает клетки кожи витаминами и микроэлементами. Функциональные компоненты: экстракт арники, цветочная вода, гамма мелиса, воск из пророщенных зерен ячменя, растительные масла органы, шильна, витамины С, Е, Ф. Кстати, зрители, если вы чем-то пользовались, поделитесь со мной в комментариях. Я вам поставлю сердечко. Пока запакуем. Так, дальше у нас. Это шаг номер 3. Вместе с этим самым. Успокаивающая крем-маска для чувствительной кожи. Буквально сегодня, буквально за 2.5 часа до прихода курьера я себя побаловала масочкой корейской тряпочкой, которую покупала на бьюти-патчах в начале года. Уменьшает покраснение и раздражение, выравнивает цвет лица и текстуру кожи, повышает устойчивость кожи к воздействию агрессивных факторов. И тоже у нас тут базилик и лемонграсс, росток восп из пророщенных семян зерен ячменя, экстракт арники, цветочная вода гамма мелиса, растительное масло органы шины, льна, канделильский воск и витамины Е и Ф. После вскрытия также 12 месяцев. Сроком она у нас до ноября 24-го. А тут у нас, кстати, вот на пенке-то срок на самой пенке указан, здесь на коробочке. Тут до марта 25-го. При всем желании успею использовать. Как бы не попортить свой маникюр. Хотела сказать кремушек, но оно маска в формате знакомого кремушка. Кстати, вот в отличие от Swiss Image, оно зафольгировано. Мне почему-то нравится косметика, которая зафольгирована. Чувствуешь себя первооткрывателем. Ну и в сравнении, допустим, с Лолив Натур. Не Naturals, а именно Лолив Натур. Вот здесь со щелчком оно открывается. Как бы я первая это открыла. Не кто-то там, а именно я.
Масочка. И последнее у нас. В общем, у меня тут пенка, сыворотка, масочка. И четвертый шаг. Гель-сыворотка против темных кругов для чувствительной кожи вокруг глаз. Да, потому что что-то как-то у меня периодически они вечно вылазят. Последние пару месяцев. Оказывает тонизирующее действие, уменьшает темные круги и припухлость под глазами. Успокаивает и поддерживает водный баланс, увеличивая эластичность кожи вокруг глаз, снимает усталость и помогает восстановить естественное сияние кожи. Тоже лемонграсс и базилик. Да у меня вообще, по ходу дела, вся серия лемонграсс и базилик. Точно, я ведь так и выбирала. Но так ждешь чего-нибудь очень долго и забываешь, что же это было. А когда дождешься наконец-то, вау! Гель-сыворотка против темных кругов. Тут вот в тюбичке. 20 мл, 12 месяцев после вскрытия, сохранить от 5 до 25. Нанесите небольшое количество средства по хлопывающим движениям, оставьте до полного впитывания. Вот посмотрим, как оно на мне будет. Способ применения: предварительно очистите зону нанесения средствами Recovery Care. Шаг 1. И нанесите небольшое количество гель-сыворотки легкими похлопывающими движениями по орбитальной косточке. Обалдеть, я даже не знала про это. Оставьте до полного впитывания. Используйте средство курсом 30-45 дней. Через 1-1,5 месяца 1-2 раза в день. Ну, в общем, утром и вечером. Только для наружного применения. Неужели кто-то пытался это есть? Индивидуальная непереносимость компонентов. Избегать попадания в глаза. ООО «Ботавикас», Москва. Все очень классно. Тут есть информация на английском. И также информация на русском. Ну, вот такая. С удовольствием буду ее использовать. Буквально с сегодняшнего вечера начну. Ну что, зрители, вот такой у меня обзор моего заказа, можно сказать. Моей распаковочки коробочки от Ботавикас. Если ты пользовался подобной косметикой или использовал их эфирные масла, как я вот внезапно узнала, что я... Почему вспомнила про них? Я вспомнила, что... Эфирные масла, которые я покупала, были с похожим дизайном. А потом посмотрела в интернете, действительно, эта фирма выпускает еще и эфирные масла. И они мне очень нравились, и качество было отличное. Ну, судя по тому кремику, который я использовала от подписчиков в подарок, даже Оду ему превознесла на Арике, косметика тоже очень хорошая. Так вот, если ты чем-то подобным пользовался, дай, пожалуйста, знать в комментарии, я тебе поставлю сердечко. Ну и если хочешь поддержать канал, я буду очень рада, можешь это сделать. Будет облачко. Всем спасибо за просмотр, ну и до новых встреч, пока!